Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін, за Аркадієм Бабченком, журналістом та блогером. Говоримо про російських умовних лібералів, говоримо про майбутнє Росії та України, а також про Путіна і кремлівський режим. Аркадій, добрий день, вітаю вас. Якщо не секрет, де перебуваєте, та якщо можете окреслити, чим зараз займаєтесь? Добрий, вітаю навзаєм. Перебуваю зараз в одній з стран, НАТО. Займаюся тим, що, в общем-то, ганяємо зараз, збираємо, закупаємо автомобілі, ганяємо їх зараз в Україну, там, грузовики, джипи, ну, все, що треба. Скільки перегнали за час повномасштабного вторгнення, ну, плюс-мінус, я розумію, що порахувати? Ну, плюс-мінус, ні, перегнали, на самом деле, перегнали-то ми не так уж і много, перегнали, може бути, штук 30, там, отправок, наверное, 10 було, но дело-то не в количестве машин, да, потому что мы же не закупаем вот эти вот самые дешевые, которые идут в пехоту, их можно уже там сотнями было бы гонять. У нас несколько другая ниша образовалась, ну, так получилось. Мы закупаем более дорогие машины для там, либо для спецопераций, либо там еще для чего-то, ну, для таких подразделений, в которых нужны более дорогие автомобили, плюс их там всеми упаковываем, дроны там, ну все, связь там, все, что надо, да. То есть одна машина может, там, стоимость одной машины может доходить до 30 тысяч, да, вот недавно три скорых гнали. Одна скорая 18 тысяч плюс дрон 8, вот тебе уже 24, да, то есть как бы вопрос не в количестве, а в эффективности. Эффективностью доволен? Вот эффективностью доволен. Одну з машин бачив вашу, яку пригнали, Бандера Мобіль, да, на Бахмуті працювала. Ви конкретно на цьому напрямку чи по всій лінії фронту намагаетесь працювати? Мы ни на каком напрямку. Кто к нам обращается, мы ему помогаем. Вот обратились там ребята из 4-й танковой, мы им сделали вот такой вот броневик, обшили его железом, Шевроле, ну, здоровенный, огроменный. Сейчас он где-то там працует уже под Бахмутом. Ребятам вот этот Вайдар Бандермобиль ушел, там скорые ушли тоже куда-то, Вайдар. Сейчас пойдут скорые госпитальерам, грузовики ушли, совершенно шикарные грузовики, там на них только кино, кресты рисовать и кино снимать, да, там Русня сама разбежится от одного их вида. Вот они ушли к крымским татарам. Так что вот как получается, так получается. Наскільки зараз складніше стало шукати автомобілі, тому що про кризу позашляховиків в Європі, як би говорять, вже не один місяць? Ну, есть, выкупили почти все, но поскольку, опять же, поскольку мы работаем все-таки в другой нише, да, ну, нам как бы, нам пока не ощущается. Ну, мы вот сейчас, открою вам тайну, мы хотим купить три гусеничных штуковины, не скажу какие, но это прям будет, вот прям конфетка. Ну, вот с гусеничными штуковинами здесь пока все в порядке, гусеничные штуковины можно. Готуючись до інтерв'ю, бачив інші ваші інтерв'ю, зокрема про те, що ви спілкувались про маміни бунти, які, в принципі, можуть повпливати на цю війну. От в Макіївці днями знищили чи то десятки, чи то сотні мобілізованих. Маміних бунтів немає. Коли мають бути ці маміни бунти, скільки таких макіївок має статись? Честно говоря, я не помню, чтобы я что-то говорил про этих мамкины бунты. Может быть, я что-то говорил по сравнению с Чеченской войной, потому что первая Чеченская — это первые Чеченские были. Самое так. Первые Чеченские, они как раз вот и были, да. Но вы же смотрите, между первой Чеченской и второй Чеченской прошло всего 2 года, да, если российское, так сказать, общество, тогда еще в России, наверное, можно было говорить о зачатках общества, Первую Чеченскую войну не приняла, и действительно были протесты и бунты солдатских матерей. То Вторая Чеченская уже зашла, ну ура. Там. Все, российское общество, только мочить чеченцев, да, закатать Чечню в асфальт и убить всех. Да? Поэтому, а после этого прошло еще 20 лет. Поэтому, наоборот, я-то говорю как раз, по-моему, ровно противоположно, что вообще не стоит ожидать в России никаких
ни бунтов матерей, там, ни бунтов жен, ни бунтов детей. Никакие бунты детей, если там сын этого подводника с Курска уже где-то погиб под Бахмутом, или не под Бахмутом, я уж не помню, где он когда погиб. Сын Славиной, по-моему, записался добровольцем. Еще там кто-то куда-то пошел, да, там какие-то руководители штаба Навального там мобилизовался. И об этом вообще уже никакой речи не идет. Да? Россия это такая страна, как страна, территория, заселенная таким народонаселением, в котором никаких бунтов не будет. И все вот эти ожидания... Я с самого начала, с самого початка войны пишу, что все ваши ожидания, что вот сейчас будет 50 тысяч, что будет 100 тысяч, да хоть полмиллиона там будет. Все это схавается и проглотится. А если бы вдруг Путин действительно захватил Киев, 10 миллионов они спокойно превратили. Когда-то, в какой-то момент, там действительно все взорвется, да? Потому что это неизбежно. Этот недорейх, он обязательно придет и к гражданской войне, и к развалу, потому что других вариантов нет. Но на это не будет влиять вот только количество потерь. Надо, чтобы все сошлось вместе, в купу сразу. И экономическое проседание, и количество потерь, и там недовольство, и уже 37-й год, и 2 миллиона своих в ГУЛАГе, и то еще, и 5-10, и чтобы туалетной бумаги не было, да, задницу газеты «Правда» вытирать, туалетная бумага в колбасе, а вся колбаса только там у партактива, да, и чтобы это было годами. Вот тогда в какой-то момент это в конце концов приведет либо к 17-му году, либо к 91-му. Я думаю, все, в этот раз будет все гораздо кровавее, дай это бог. Но не сейчас. Но не сейчас. Экономическая ситуация у них пока неплохая, извините. Все, кто... Я вот слежу, мне приходится от этого отслеживать, приходится это отслеживать, да, и мне вот несколько раз попадаются тексты, и в том числе тексты... Вот совсем недавно я даже лично разговаривал с кем-то, с французским журналистом неделю две назад, который летал в Москву, ну, ему сейчас, по-моему, закрыт доступ, но он вот что-то летом летал, что-то пытался там снимать, да, про это дело, про как там кристаллизуется этот рейх. Так, он вернулся вот с такими же глазами оттуда и рассказал все то же самое, что говорят многие, что это просто Москва сейчас какой-то просто невероятный город, да, Париж по сравнению с Москвой, это какая-то грязная деревня, там мрамор, не знаю, золото, паркет, все блистает, все блестит, все замечательно, кафешки, хипстеры, там, USB-зарядки, подсветки на остановках, все как надо, да? То есть они идут по стандартному пути, рейх отстраивает свою блестящую столицу, деньги есть, и пока их это еще не трогает. Так что экономически они пока еще не рухнули, затянется это надолго, жратва есть, кафешки есть, потери пока их не особо волнуют. Ждать какого-то там катаклизма пока не приходится, к сожалению. Зміна керівництва в Кремлі є також, як на мене, що, в принципі, не факт, що щось може змінити, бо замість Путіна, умовно, прийде Шойгу, замість Шойгу, умовно, прийде наступний Шойгу. Ну, после как раз так кончина Путіна, это будет первая точка бифуркации, первое окно возможностей, на которое можно будет надеяться, да? Потому что понятно, что после Путіна там-то как раз начнется грязня за власть. Ну, вот пару кланов мы с вами уже видим, да? С одной стороны, это может быть, наверное, какая-нибудь коалиция Пригожина Кадырова. Или наоборот, их противостояние. Но это вот как бы один фланг, да, частной армии типа Пригожина-Кадырова. С другой стороны, там какой-нибудь Шойгу, Герасимов, и между посередине между них какой-нибудь Сечин, да. Кто кого сожрет, я не знаю. Я бы в этом плане поставил бы, наверное, на Шойгу с Кадыровым. Но тогда смотрите, что мы с вами имеем, да. Путин, подполковник КГБ, а потом абсолютно какой-нибудь отмороженный новая жесткая рука с Кавказа и с гор, который вот просто отморожен, да? Ну, как бы особо-то лучше от этого, наверное, не станет, мне кажется. Також ви писали про те, як потенційно би в'їхали на Абрамсі в Москву. Вірите, що такі речі, в принципі, можливо, що не особисто ви, але Абрамси будуть в Москві перед Кремлем? Нет, Абрамсы будут в Москве обязательно, это просто неизбежно. И я не думаю, до сих пор еще не думаю, что кто-то их будет завоевывать, потому что нахрен их завоевывать, никто с Россией воевать, конечно, не собирается.
там хоть и 100 миллионов орков с ржавыми автоматами, нет, извините, у меня все-таки 100 миллионов орков хоть с ржавыми, но и с автоматом. Mm-hmm. Да? Поэтому никакой там ни Брюссель, ни Вашингтон вообще не спит и не видит, чтобы начать Третью мировую по денацификации России. Да? Выгнать орочьи войска с территории Украины и сделать так, чтобы они больше не могли вылезать за свой поребрик, и все, этого достаточно. Ну, а дальше там будет какой-нибудь Сомали или Северная Демократическая Республика Конго. И в конце концов, американцы же добрые, блин. Там же демократов больше. Большинство, да, розовых пони там сейчас большинство, чем ястребов. Они же повезут очередные окорочка туда, когда там начнется голод. Они же там 6 раз возили, ну и в 7-й раз они эту же ошибку совершат. Но не могут не совершить, да? Найдется достаточное количество Грет Тунбергов и розовых пони, которые начнут спасать страдающих от голода русских и повезут туда эти куриные окорочка. А чтобы эти куриные окорочка по дороге не разворовали и не поубивали сами себя, конечно, нужен будет Абрамс сопровождение. То есть Абрамсы на Красной площади неизбежны. Они просто будут сопровождать гуманитарные конвои. Ну, а на одном из них, может быть, и я когда-нибудь там буду сидеть. Війна проти України, власне, повномасштабне вторгнення, давайте так. Це колективна відповідальність усіх росіян? Відповідальність, да. Не всех вина, но ответственность всех. Потому что вина и ответственность – это несколько разные вещи. А ответственность абсолютно. Она может быть... Ну, понятно, что ответственность там Ватников или какой-нибудь Гиркина – это уже не ответственность, а вина. Uh-huh. Да, это непосредственная вина. Да? А ответственность какой-нибудь там Медузы, которая уехала, я не помню, когда она там уехала, там 3-4-5 лет назад, она, безусловно, меньше, но она все равно есть. Да, она все равно есть, да, потому что она есть хотя бы в том, что даже те, кто против Путина и ходил там на эти митинги махать своими шариками, мы вас предупреждали, дураки, что все будет именно так, как стало, да, я вас предупреждал, вы мне что говорили, там, мразь, провокатор, хочешь крови, да, и вот вы пытались носить свои розовые очки, пытались сделать вид, что у нас какая-то нормальная демократическая Россия, которые работают демократические институты, ну вот просто немножко один винтик раскрутился, мы его сейчас подкрутим, и будет демократическая страна, да? А так не бывает, так не будет, да? И ответственность есть хотя бы за то, что вы носили эти свои розовые очки и не смогли оторвать свою задницу с дивана, чтобы в декабре 2011 года, когда штраф за революцию стоил 500 рублей, блин, 500 рублей, это сейчас 8 лет или 20 лет, там, или пожизненно, да? А тогда это стоило 500 рублей. Вот не могли оторвать свою жопу с дивана, и постоять неделю с палатками и сделать так, чтобы добиться перевыборов в Государственную Думу. Да, ни о каком смысле Путина тогда и речи не шло. И вот тогда все было бы по-другому. Не захотели, не смогли, да, нет, ну, пожалуйста, вот вам вина. Причем я себя этой ответственности вины тоже не снимаю, да, я говорю, что я тоже просрал, я пытался, да, но их просто больше. Я пытался, но их много, реально много. Да? Так что я себе этой ответственности как гражданин России до сих пор тоже не снимаю. А потом, ну, наши с вами вот эти разговоры, есть она или нет, это наши с вами гипотетические мысли, да, какие-то там в сферическом вакууме. А коллективная вина, она, коллективная ответственность, она существует просто по факту. Вот она просто по факту есть, она становится вот так вот по факту, и она не будет иметь никакого отношения там ни до юриспруденции, там, ни до справедливости, ни до международного права, ни до чего еще, да? Потому что коллективная ответственность была в Дрездене в 1944 году. Я вполне допускаю, что в Дрездене в 1944 году было много людей, которые не поддерживали Гитлера, которые были против Гитлера, там было много женщин, много детей, но пилотов ланкастеров, да, с этими стратофортесами, это уже не волновало. Прилетели ланкастеры, прилетели Б-25 и сравняли там все с землей. Я допускаю, что в Хиросиме и Нагасаки было много людей, которые не поддерживают имперскую направленность Японии, но экипаж Энолы Гей это уже никаким образом не трогало, да. И то же самое будет с Россией. Ответственность и вина лежит на русском народе.
ну, никакого русского народа нет, потому что там народа нет вообще, в принципе, там народа, населения, но упрощая, скажем так, вина лежит на российском народонаселении, да? До тех пор, пока вы себя с ними ассоциируете, ну так вы и берите на себя тогда часть этой вины. Вы себя с ним зараз ассоциируете? Нет, я себя не ассоциирую с ними уже давным-давно, уже несколько лет как. Да, но тем не менее, российский паспорт у меня до сих пор, другого у меня нет, никак я никаких других документов не могу получить. Да. 5 лет вот я уже беженец, и паспорт у меня до сих пор российский, так что хошь не хошь, а по факту я гражданин России, и хошь не хошь, по факту, но мне это... Это часть ответственности, она на мне так и лежит. Пробовали изменить паспорт? Так я все 5 лет пробую, конечно. Окей. Ми говоримо зараз не про Гіркіна, ми говоримо про умовні медузи. А чи люди, чи вони відчувають цю відповідальність на собі? Умовні російські ліберали, чи вони в собі відчувають після 24 числа, що да, все-таки я помилявся, відповідальність на мені? Я вообще не могу понять. Вы меня как эксперта по России не спрашиваете. Я за ними давно не слежу, только. То есть я слежу исключительно в силу аспектов своей работы. Да? То есть, вот мне надо как-то, как энтомологу, надо следить там время от времени, смотреть баночку с насекомыми. Uh-huh. Вот так и я время от времени туда заглядываю. Но я уже не в том в инфополе, я не знаю, что у них там происходит, что они хотят, что они видят. Да? Для меня самого. Это удивительно. Тебе же никто не говорит, что там, типа, да, ну вот иди сразу повесь или застрелись, или запишись там в батальон Свободной России, там, или в батальон Айдар, или денег на ЗСУ хотя бы скинь, да, никто же тебе этого не говорит. Просто, тебе же говорят просто, напиши один пост, да, я чувствую свою вину, я ответственен, да, а дальше все будет зависеть от твоей совести. Так нет, так они же здесь же руками и ногами упираются. Но вон там, когда пару раз я был на этом форуме Свободной России в Вильнюсе, так там Шендерович с Гозманом договорились до того, и этот еще, господи, литовский философ. Ну ладно, бог с ним. Когда-то моим кумиром же был. Так они договорились до того, что российские солдаты ровно такие же жертвы, как и украинский народ. Чего там в головах у этих людей происходит, я вот понятен. Сейчас вроде до них начинает что-то доходить, да, но теперь-то что? Ну, теперь-то уж поздно, друзья мои. Какая теперь-то уж разница? Теперь уже не надо там писать, что да, я был виноват или я признаю свои ошибки. Сейчас тут как раз уже нужно уже либо только донатить, либо машину гонять, как минимум, да? Вот как минимум. Так что, не знаю, плевать мне на русских либералов. Что-то медуза пытается ни туда, ни сюда, но, ребят, ну, время ни туда, ни сюда и пытаться стоять на вершине баррикады, оно уже прошло. Мы либо с Украиной, либо, типа, я не поддерживаю ни ту, ни другую сторону, но если у тебя мировоззрение, я не поддерживаю ни тех, ни этих, значит, ты поддерживаешь тех. Значит, ты поддерживаешь агрессора, да? Ты можешь поддерживать либо жертву, либо агрессора, а пытаться усидеть на двух стульях, так уже не получится. Все, ребята, давайте определяйтесь, где пики точеные, а где что. Ситуация с дождем, мне кажется, доводит как раз ваши слова. Ну, да, абсолютно, однозначно. Ну, это хорошо, вы знаете, это хорошо, потому что вот здесь у меня было, наверное, подавляющее большинство моих знакомых, которые я успел завести в новой стране, да, не русских, а вот именно этнических аборигенов, это называется, да, на научном языке. Вот они все, конечно, русофобы, они все против России, они все понимают, они помнят отлично оккупацию, они помнят депортации, они все это отлично помнят, и все, что касается России, они понимают великолепно. Но, тем не менее, они все были, знаете, в таком захоплении от дождя, типа, единственные свободные СМИ, говорит правду, оппозиционеры, то еще 5-10. Я им пытался несколько лет разжевывать, но не особо так, да. Ну, смотрите вы свою дождь, смотрите, бога ради, да. Меня тут не заставляйте любить. А сейчас у них у 95% шок. Типа, как, что, дождь, что вы... Они не могут понять, что они несут, что этот дождь несет, да. Что происходит? Ну, я как бы не злорадствую, я говорю, просто мы вас предупреждали. Но это хорошо, глаза открываются, забор, ментальный забор.
в голове, по периметру у тех, кто даже смотрел в рот русской оппозиции, он становится все более железным, все более бетонным, и все большим и большим, и они начинают понимать, что в принципе, какой бы россиянин ни был, но если он считает себя россиянином, да, он в первую очередь россиянин, а только во вторую оппозиционер. А россиянин – это всегда имперец, россиянин – это всегда шовинист, да. Россиянин – это всегда за русскую культуру, русский язык, он будет защищать там, как, не знаю, русский театр в Таллине, защищать там русский дождь в Риге, защищать там что-нибудь, он найдется защищать русское в Вильнюсе, я абсолютно не сомневаюсь во всем этом, да. И понимание того, что никакой прекрасной России будущего не будет, и не надо на это строить надежды, потому что если даже лучшие либералы у них несут вот такую-то ахинею, ну, значит, русский рейх должен быть разрушен. Вот, пожалуйста, как мне Айдер привез. И это начинает доходить до все большего и большего количества людей, которые даже вот сейчас, да, пытаются смотреть там на Россию как страну, оккупированную путинской властью. Но они начинают прозревать, они начинают понимать, что никакой там оккупации путинской власти не существует, в принципе. Добре, а що сказати людині, так, наприклад, а чим Бабченко відрізняється від цих опозиційних росіян, якщо б таке запитали? Ну, це не мені говорить, чим я відрізняюся, це про мене повинні говорити. Ну, я больше не россиянин, потому что они живут в российском этом информационном просторе и все пытаются решить, как сделать, построить прекрасную Россию будущего. А мне не надо строить прекрасную Россию будущего. Я хочу, чтобы Россия не существовала. Вообще никакой. Ни прекрасной, ни плохой, никакой. Я хочу, чтобы вот этого вот геополитического образования не было. А была вот маленькая Московия, которая отдаст все завоеванные по периметру территории, да, вот просто по часовой стрелке пройти, там же завоевано все, да, начиная там, не знаю, вот Перми, Коми, Перми, Ханты, Манси, Чукотка, Бурятия, Башкирия, Татарстан, Кавказ, да, и возвращаясь обратно там дальше Кубани, да, это все захвачено, все завоевано, да, так вот, когда это новое образование, мне нужно, чтобы этого геополитического образования не было, а на его месте было 89 отдельных свободных демократических стран, а дальше вы там живите как хотите, да, абсолютно. Поэтому меня интересует, где сейчас купить нормальных грузовиков для украинской армии, а не что будет прекрасно в России будущего. Аркадій, зараз в Україні дуже багато умовно ліберальних чи добрих русських тягнуть в телемарафони, в українські ефіри, там Піантковський, Швець, Фейгін. Чи це не є небезпека для самих українців? Ну, я не думаю, що це на даний момент вже є, являється небезпекою, тому що ну, как бы вот период влияния хороших российских спикеров, он как бы уже закончился, да? И я не думаю, что они на что-то могут влиять в Украине, потому что главное, на мой взгляд, свершилось, да, свершился вот этот вот проворот, когда в Украине основным стало украинское, да, и украинские спикеры стали главнее российских спикеров, да, и они имеют больше влияния. Но зачем продолжать тянуть? Ну, не знаю, можно там вот меня раз в полгода спросить, как специалиста по Аркастану, да, что они там думают и как там будет развиваться ситуация, я какой-то примерный прогноз могу дать. Uh-huh. Зачем тянуть постоянно? Ну, это не ко мне вопрос, я не знаю. Ну наверное, это именно это и называется малоросійство, да, і меншу вартість. Ну, це ж не ко мені вопрос. Пригадую, після замаху на вас з'явилися списки, які потім назвали умовно списки Бабченка. Це, зокрема, в нього потрапили українців, яких хотіли російські спецслужби ліквідувати. Потім списки Королівського об'єднаного інституту досліджень оборони та безпеки також оголосили
списки, які нібито російська контррозвідка складала, поділили українців на 4 групи. Це тих, кого треба вбити, кого треба придусити та залякати, ті, хто вважається нейтральний, кого слід заохочувати до співпраці, ну і, звичайно, останній список, останній пункт списку – це колаборанти. Оці списки – це є елементи нацизму і геноциду? Ну, як ви думаєте, коли в страну приходить армія окупанти, по спискам починають убивати людей. Ну, мені це дуже схоже на просто на... Да? Це просто чистий фашизм. Чистіший воды фашизм. Я пытаюсь все тоже донести уже несколько лет. И в основном на Западе, конечно. Да? Но сейчас начинает доходить, слава богу. Я пытаюсь донести, что Россия это страна, это не страна с признаками фашизма. Да? Это страна не как фашистская страна. Россия это именно фашистская страна. В России все, устоялся фашизм. Он устоялся полностью. Там фашистская власть, фашистский режим. И то, что произошло в Украине, ну, если бы им... Мне кажется, в Украине очень многие сейчас до сих пор еще не понимают, по какой грани мы прошли и насколько близка была катастрофа. Насколько была близка катастрофа, да? Потому что если бы ему удалось посадить тот Ил-76 в Гостомеле, а за ним и второй, и третий, я думаю, они бы чистили миллионами. Я думаю, они бы действительно вот устроили новый ГУЛАГ, действительно чистили миллионами, но одна Буча, смотрите, в одной Буче там, да, сотни. Ирпень, Буча, да. Сколько в Мариуполе, я не знаю, когда мы узнаем, не узнаем ли вообще точную цифру, да, но приблизительно я могу говорить, что в Мариуполе там тысячами уже были зачистки. Просто тысячами, да. Убивали, катували там тысячами, на подвалы возили, да, когда вошли туда. Поэтому я думаю, что они готовились. Вот, Путин же подполковник ФСБ, да, все-таки ФСБ. Поэтому он готовил и лагеря, и ГУЛАГ, и зачистку в первую очередь, зачистку всех согласных. И были действительно фильтрационные лагеря и инфильтрационные лагеря, если бы у них вдруг получилось то, что они хотели. И был бы стопроцентный геноцид и абсолютный фашизм. То есть то, что был бы геноцид, причем масштабный геноцид, я не сомневаюсь вообще ни на секунду. Після 24 числа ви не хотіли повернутися в Україну? Це перше питання. І чи змінилось ваше ставлення до Зеленського після 24 лютого? В смысле не хотел. Я и вернулся. Я поехал. Но поскольку у меня российский паспорт в кармане, то все, я до границы доехал. 3 дня там я машину гнал. Машину из Польши гнал. Думал, на ней как раз и въеду, да? Ну, вот доехал до границы, застрял между 2 границами. 3 дня там прожил, и все, до свидания. Гражданам Украины агрессора въезд в Украину забаранен. То, ну, можно получить визу, но выдача виз на время ведения боевых действий приостановлена. То есть с российским паспортом я вверх не могу. Я не понимаю, как все эти ваши русские либералы, про которых вы говорили, они у вас там оказываются сейчас в Киеве. Там, эти руководители фонда Ждана, Навального, кто-то там, еще кто-то, Невзоров, там, я не знаю. Я просто не представляю, как они бежать. Потому что по закону въехать невозможно. Все, вопрос закрыт. Так что я вернулся, но все, до границы доехал. 3 дня там пожил и уехал обратно. До Зеленского после 24 февраля мое отношение к Владимиру Зеленскому, уж простите меня, я не политик, меня рейтинг не интересует, я и все-таки и не собираюсь работать в украинских СМИ, поэтому меня тоже рейтинг не интересует, поэтому я говорю то, что я думаю. После 24 февраля мое отношение к Владимиру Зеленскому стало только хуже. Потому что то, о чем я предупреждал гипотетически, в итоге сбылось в реальности. И извините меня, ну, я когда об этом говорю, я начинаю звониться. Извините меня, но тысячи и тысячи жизней можно было бы спасти. На этом я закончу, потому что не думаю, что я имею право в средствах массовой информации, и уж тем более как гражданин России, говорить про президента воюющей страны. Официально я президента, как официальное лицо, как руководитель воюющей страны, я ему указываю только всяческую поддержку и желаю найбільших успіхів. Но личное моє отношение ви примерно представляете. Ви були учасником чеченських воєн, чи російська армія з того часу змінилась? Очень сильно.
Очень сильно изменилось, да. Потому что тогда российской армии в принципе вообще не было. Тогда была толпа каких-то просто вот необученных мальчиков с каким-то вообще древнейшим железом. Потом Путин в российскую армию начал вливать деньги и вливал ее в 20 лет. И вливал их 20 лет в российскую армию. И я хочу сказать, что вертолет К-52 это совсем неплохой вертолет. Там комплекс РЭП «Красуха» — это совсем неплохой комплекс, да? Комплекс «Зоопарк» — это вообще отличный комплекс. И самолеты там, бомбардировщик Су-34, он совсем не такой уж плохой, да? И ракетный комплекс С-300, он тоже совсем не такой плохой. Просто по сравнению с тем, армию они модернизировали. Действительно, им это в какой-то степени им это удалось, да? И слава богу, что они сами поверили в это. Просто по сравнению с тем, что они делали неплохое железо, да, может быть, и не отвечающее передовым, самым передовым запросам, но, тем не менее, неплохое железо там конца 20-го, начала 21 века. Это действительно неплохое железо. Наряду с этим, с модернизацией железа, они модернизировали и личный состав. А личный состав они модернизировали не в плане там, да, подтягивания его до сети центрической войны, а в плане ставки на глубинный народ. Да? И в итоге они построили, скажем, неплохой там комплекс «Красуха-4» и дали ему в руку абсолютно дебилу глубинному народу, которого взяли там с какой-то, не знаю уж, не буду сейчас говорить название республик, чтобы не разводить излишнего расизма, не быть обвиненным в излишнем расизме. Вот взяли они какого-нибудь этого дебила, откуда-нибудь вообще из такой дичи, где они там не то что в дырку в сортире зимой, прошу прощения, срать ходят, а вообще куда-нибудь за кустики срать ходят. И вот он этому абсолютному дебилу, жертве нескольких поколений алкоголизма, нескольких столетий алкоголизма, дают вот этот много-многомиллионный комплекс руки и отправляют его воевать, идите по предыдущих войнам. И в итоге мы видим то, что мы видим. Мы видим то, что получается. Ведь вы же посмотрите, комплексы С-300 в руках украинцев, да это отличные сбои просто. Фигачат на ура и направо, и налево, да? Танк Т-72 в руках украинцев творит чудеса. Если бы в руках украинцев были вертолеты К-52, да я думаю, они бы там просто бы фаршировали направо и налево, да? А вы посмотрите на их летчиков, вы посмотрите же на их элиту. Но меня вот каждый раз поражает, просто каждый раз поражает, потому что ты смотришь на любого летчика, любой там страны первого мира, да, смотришь там на американского летчика, ну это там какой-нибудь доктор математики плюс кандидат там физических наук, да, смотришь там на какого-нибудь, я не знаю, там на летчика бельгийского, французского, литовского, да какого угодно, да, там два высших образования, плюс инженерная какая-нибудь освита, плюс еще что-нибудь, да, смотришь на русского летчика, кусок, это же дебил гопник из подворотни, который без мата двух слов связать не может, как они летают, я вообще понять не могу, как они летают. Но, в принципе, медведей в цирке на велосипеде учат ездить, это, видимо, так же вот за штурвал подходили, сказали налево, направо, вот так педальку сюда и летай. И больше там ничего нет, да? Поэтому мы с вами можем только подикувать ФСБ, РФ, что я делаю каждый раз за то, что 20 лет они вычищали из страны все, что хоть там на вершок возвышается над пляжкой Жигулевского, сажали, выпиливали из страны, травили, убивали, да, там, лишали возможности жить, лишали профессий. И таки зачистили, да, всех, кто там имел хоть какие-то мозги, зачистили, и остался абсолютный глубинный народ, то есть сборище дебилов, которым они дают в руки вот эту вот неплохую технику. Спасибо вам, ребята. Не останавливайтесь, продолжайте. Главное еще возьмитесь обязательно, пожалуйста, за отрасль строения крылатых ракет. Вот сейчас это основное. Найдите шпионов и врагов там. Умовний дебіл повинен йти в армію, тому що він більше ніде не може заробити грошей. Там не так ставится вопрос, там не такая ситуация. Ну, грошей они действительно нигде не могут заработать.
Я сейчас не понимаю, как они живут, я не представляю сейчас себе покупательскую способность рубля, но меня тут выписали из реанимации недавно, мне понадобились препараты по восстановлению железа, мы нашли эти препараты по восстановлению железа, американские. Здесь они стоят 11 евро. Пошел, купи. Шикарная вещь, кстати говоря. Меня на ноги поставил там за 2 недели. Ради интереса полезли посмотреть, мне просто интересно стало. Я полез посмотреть, сколько стоит там. Там этот препарат стоит 2600 рублей. Ну, то есть, я так понимаю, среднестатистическая пенсия это 10 упаковок таблеток человек может купить, и все. Да? Поэтому как они там живут, я в принципе не представляю. Но они же всегда так жили, да, поэтому вопроса о деньгах там нет. Да, безусловно, конечно, если там в абсолютной заднице, и тут тебе предлагают зарплату в 200 тысяч, это какие-то просто запредельные деньги, да, это играет большую, колоссальную роль. Но я хочу сказать, что и без денег у них проблем бы не было. Ну слушайте, но страна, в которой там, за Урал нежелательно бы ехать в принципе, потому что не факт, что ты оттуда вернешься живым, да, страна, в которой там еще там 10-15, а может и сейчас лет назад, я не знаю, самым главным развлечением было, когда Химмаш и Тяжмаш берут цепи арматуры и встречаются где-нибудь посередине на вокзальной площади, да, и начинают убивать друг друга, а после этого скорые развозят там трупы по реанимациям и моргам, да, чего, в принципе, вообще от этой страны можно ждать, да. Там они, соседи, в соседний двор ходили убивать друг друга, да, а тут какие-то хохлы, которых нужно мочить, да, в их представлении. Ничего другого там нет. Да им денег не платя, не так без денег это можно было бы собирать. Что и произошло с мобилизацией, да, вот те же русские либералы все кричали, Путин не сможет мобилизовать никого, да просто рядами шли, да, мы с вами смотрели эти видео, где там они сами, автобус сломался, мы сами собрались и пошли на войну, да, пьяные, бухие, тупые, но идут, да. Поэтому проблем там с этим не было и никогда не будет. Там несколько о другом, да, потому что когда такая полная беспросветность, нищета и наркомания, тюрьма и кругом АУЕ, война это какое-то развлечение, да? Это мир посмотреть, да, это там, я не знаю, как мне рассказывал, да, тоже в Чечне был со мной паренек какой-то там из деревни Смоленска, он говорит, да ты что? Я ему говорю, в какую вы полную жопу попали? Он говорит, какая жопа, ты о чем? Я горы увидел, я мир посмотрел, да. Для меня это была вообще полная жопа, да, а для него это было открытие мира, он мир увидел. Поэтому совсем другая предпосылка. Після 24 числа багато хто в Україні там 2-3 дня, тиждень, 2 тиждень. Ви вірили, що Україна буде умовній другій армії світу по зубах настільки сильно давати? Я надіявся, але все-таки говоря, я був більш пессимістично настроєн. Я, мабуть, був настроєн так же, як і більшість експертів по всьому світу. Я думаю, вони візьмуть Київ. До Путіна доходить правдива інформація з фронту? В нього є ось це бачення реальної картини? Сейчас, наверное, возможно, есть. Но раньше, потому как они готовились, мы можем с вами совершенно очевидно судить, что нет, да. Как они готовили колонну Росгвардии, да, на Харьков, да, да и на Киев то же самое, да. Мы с вами можем совершенно точно судить, что они абсолютно жили в реальности, в которой они действительно, украинская армия сыпется за 3 дня, а дальше их половина Украины встречает цветами, и они заходят как победители на Крещатик и проводят там парад под рукоплескание, ну, как минимум половины украинского народа, который их только ждет и млеет от того, как они придут. Да? Они вообще вне реальности жили. Ну, потому что, ну, как любой диктатор, Путин же не любит новостей, которые его расстраивают, и в конце концов те, кто приносил ему правдивые новости, были им либо уволены, либо отстранены теми, кто приносил ему хорошие новости. И он в этой вот своей бульбашке оказался, за что еще раз спасибо. Нам очень повезло с противником. Я хочу сказать, нам очень повезло с противником. Если у тебя противник алкоголик, дебил,
живет своей информационной бульбашкой, и образование у него полковник ФСБ, да это просто, блин, какой-то подарок небес, да? Потому что был бы там хоть кто-нибудь умный, было бы, конечно, намного сложнее, согласитесь, намного сложнее, да? Поэтому, да, вот он жил в каком-то своем мире, и я думаю, начал очень сильно удивляться, и те кадровые перестановки, когда просто череда каких-то генералов увольняет, ставит, да, говорит о том, что он не мог понять, что происходит. Что чекает на Россию? Вы имеете в войну или в Россию? И война, и Россия, давайте так. Ну, война, мне кажется, я не знаю соотношение сил, да, и планов, да, но, мне кажется, на данный момент примерно какой-то паритет достигнут. Залужный говорит, что украинские ЗСУ не могут сейчас проводить наступление. Я не знаю, насколько это дезинформационная операция, насколько это соответствует действительности. Но пока мы с вами видим, что образовалась какая-то некая оперативная пауза. Да? Не та сторона, пока ничего не могут. Когда сейчас будет идти накопление ресурсов. Да? Кто первый накопит, у того и будет преимущество. Кто первый накопит, я не знаю. Я не знаю, честно скажу. Надеюсь все-таки, что Украина, но пока, видимо, все-таки не так тоже радужно, как хотелось бы. Да? Я сомневаюсь, что война закончится в следующем году. Сомневаюсь. Я думаю, что все-таки это еще какое-то время займет. Я думаю, что Россия еще долго не откажется от попыток ракетных ударов, возможно. Хотя я думаю, что у Путина в голове сейчас произошел некий щелчок. Я думаю, что он согласился с тем, что эту серию, да, эту битву он проиграл, да, о чем говорит и вывод войск из Херсона, например, да, он уже и на Херсон, наверное, рукой махнул, да, и он пытается вывести, сохранить войска, сохранить потенциал и будет пытаться наращивать новый ударный кулак, чтобы ударить еще раз. Я думаю, события будут развиваться так, я думаю, у него в голове примерно так, потому что катарсиса у них не произошло. Тех вот звездюлей, которых надо получить, чтобы там у них действительно произошел перещелк в голове, да, своего Дрездена и Хиросимы у них еще не было. Так что я думаю, что они будут пытаться лезть еще раз. А с Россией сейчас будет происходить то же, что и происходило с Германией между Первой и Второй мировыми войнами. Дикое национальное унижение, взращивание нового поколения на этом национальном унижении, желание реванша, желание восстановления справедливости, как они это понимают в их глазах. И, я думаю, подготовка к новой серии, к новой войне. Когда эта война будет, когда они там подготовятся, не знаю, кто в этот момент будет находиться у власти, Путин ли, Кадыров ли, Пригожин, я не знаю. Понятно, что никакого Навального там уже не будет, на этом уже можно ставить точку. Тоже, конечно, не решило бы проблем, но, по крайней мере, это бы облегчило. Но я думаю, что дальше ситуация будет развиваться только хуже. Да? Там будет окуклевение. Там сейчас даже не 37-й год. Там еще 37-го года никакого нет. Там еще только 34-й год. Ну, может, уже 36-й, да? С учетом всех этих иммиграций и их уездок оттуда. А так-то там сажают эсперантистов, филателистов, кто там, учителей английского, да, до 37-го до настоящего еще не дошло. До него дойдет, обязательно дойдет. И вот когда там к власти действительно придет какой-нибудь очередной Кадыров, Путин же, понимаете, Путин это скорее такой Николай II, наверное, да? Uh-huh. Если сравнивать там с событиями столетней давности. Вот он там какие-нибудь там 400, 500, ну, может, миллион человек, да, там полтора миллиона, да, он может набрать. Но вот так по-настоящему, чтобы вот сильная рука, вот все, как они любят, он их с заградотрядами-то на штурм Харькова там с миллионными потерями в роли а-ля Жуков, он этого сделать не сможет. Потому что не хватает. Нет вот той системы ГУЛАГа, той системы страха, той системы тотального повиновения, когда человек, настолько боясь государственного аппарата уничтожения, просто идет и умирает там с вилами на танке. Да? Такого пока еще нет. А вот Кадыров сможет это сделать.
Вот Кадыров реально это сможет делать. И он реально сможет там уже миллионами гнать на штурмы городов. И это будет самый пессимистичный вариант. Самый пессимистичный вариант развития событий. Надеюсь, ну и он довольно реалистичный, кстати говоря. Надеюсь, что до этого момента все-таки это недообразование дойдет, войдет в ту стадию, в которой находится сейчас современный Ирак, когда какие-то шахиды они выпускать могут, Израиль ненавидеть они могут, но там внутри у себя полный средневековый 19 век отрубание голов, там, вешание геев на кранах и что там еще только не происходит, да, но при этом за свой поребрик он выплеснуться не может, да. Вот какая-то стадия гниения там есть, когда не существует. Режим аятолл, исламская революция произошла 40 лет назад. 40 лет режим аятолл вполне себе устойчив и существует вполне себе, да. Но, тем не менее, сил выплеснуться за свои границы и там в очередной раз завоевать Ирак или Израиль или кого угодно там еще, у них уже нет, да. Вот я очень сильно надеюсь, что Россия успеет дойти до этой стадии, когда там до того момента, как там установится режим православных аятолл. И реки крови, они будут устраивать друг другу сами внутри, но за поребрик, силу выплеснуться за поребрик у них не будет. Вот это был бы, на мой взгляд, наиболее оптимистичный вариант. И мне кажется, он бы устроил вообще всех. На сам кінець, що треба зробити Україні, щоб ось цей найоптимістичніший варіант відбувся, щоб ця кров не змогла знову за кордон наш перелитись? Все то же саме. Армія, мова, віра. Строить армию, строить государство, государственность, строить государственные институты, да, ну и понятно, что поднимать экономику, возрождать экономику, разрабатывать Нептуны, гарпуны, ольхи, стугны и строить государственность. Никакого другого варианта нет, да, потому что и двигаться в Евросоюз, и в НАТО, и в Евросоюз. Потому что поддержка-то она будет, и я думаю, что поддержка будет довольно долго, но тем не менее понятно, что никто за Украину, кроме Украины, воевать не будет. Помогать будут, то воевать-то нет. Дуже дякую вам за розмову, Аркадій. Будем надіятись. Дякую, що пригласили. Впевнений, що ми в це вікно можливостей НАТО і Євросоюз таки заскочимо. Спасибі. Що чекає на Росію та на російський режим? Говорили з Аркадієм Бабченком, журналістом та блогером. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.